Бюджетный электрический лобзик. Сегодня мы посмотрим, что из себя представляет лобзик-вихрь LE-65. Он поставляется в фирменной коробке. Внутри, помимо самого устройства, находится параллельная направляющая, пилка, шестигранный ключ и инструкция по эксплуатации. Взглянем на лобзик поближе. На удобной прорезиненной ручке расположился выключатель и кнопка его фиксации. А чуть дальше есть регулятор скорости. Внутри располагается рычаг управления маятниковым ходом. Он повышает эффективность и скорость работы за счет снижения качества реза. Пригодится, если нужно быстро сделать распил. У лобзика также есть отверстие для подключения пылесоса для сохранения чистоты на рабочем месте. Поговорим про технические характеристики модели. Мощность лобзика составляет 650 Вт. Ход штока регулируется от 500 до 3000 ходов в минуту. Глубина реза металла составляет 7 мм. Дерево 65 мм. Подытожим. Если вам понадобилось устройство для различных работ по дереву, металлу, пластику и другим материалам, то присмотритесь к лобзику Вихрь LE-65. Из минусов стоит выделить отсутствие регулировки наклона подошвы и лазерной указки для точности пиления. Но для такой ценовой категории этого и не требуется.